Работать, чтобы глаза горели. Сегодня стартовал городской конкурс педагогического мастерства. Воспитатели, учителя и классные руководители нашего города будут доказывать, что они лучшие в своем деле. 25 лет назад прошел первый конкурс «Учитель года». О том, как сейчас оценивают учителей и какой он современный педагог, узнала Александра Медведенко. Волнения в зале пока нет. Сегодня только открытие. Конкурс среди педагогов стартует. Учитель прошлых лет не был хуже или менее знал. Нельзя этого утверждать. Но это был человек, который работал в традиционной классической системе. Современный учитель продолжает эти традиции, безусловно. Но инноваций становится все больше. И большая их часть связана с современными технологиями. По признанию жюри, сегодня учителя более амбициозные и уверенные в себе. У них больше свободы в методах воспитания и технологий для воплощения своих идей. Но критерии оценки работы учителя все-таки не меняются. К примеру, когда учитель в классе есть такой урок, в постороннем классе совершенно, на реакцию тех же детей, и сразу все станет понятно. Творчество, которое идет от самих участников конкурса, ну, оно, если хотите, даже окрыляет и окружающих. 28 конкурсантов учат химии, биологии и русскому языку. Многие из них не так давно в профессии, но у каждого есть свой идеал учителя. Мне хочется идти вперед, быть энергичной, как моя первая учительница Светлана Владимировна. Мне хочется быть мудрой, как Галина Николаевна. Мне хочется быть яркой, как мой директор. Это коллеги и те, у кого училась я, начиная с первого класса. Это все учителя, все, которые встречаются мне на жизненном пути, это каждый мой учитель. Помимо учителей, в городе выберут лучшего классного руководителя, воспитателя и психолога. Всего более 120 конкурсантов. Но соревнования – всего лишь формальность. Еще одна грамота на стене. Главное, чтобы тебя оценили дети. Учитель прежде всего должен быть идеален во всем, как внешне, так и внутренне. Потому что за нами ежедневно наблюдают сотни глаз детей и учатся каждой мелочи, глядя на нас. Александра Медведенко, Олег Мощевитин, Новосибирские новости.